Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить игру «Властелин колец. Война на севере». Ну что, мы с вами отправляемся в путешествие в Темнолесье. Поэтому... Поехали, видимо. Так, подожди, а что у нас там такого интересненького? Там еще есть какой-то проходец. Давайте-ка посмотрим, что это там такое у нас. Ну-кась. Сейчас глянем, ребятушки. А, ну, такой же переход, да, я не знаю, в чем смысл. В общем, Темнолесье. Может почитать легенду? Не, подожди. Описание. Некогда этот огромнейший из лесов древности именовался Великим Зеленолесьем, но потом, как и многие другие земли, подпал под тень Саурона. Хотя королевство лесных эльфов и северо-восточной части леса все еще держатся, а по большей части этот край превратился в мрачную непроходимую чащобу. Полную опасности. Здесь нашло приют немало злобных тварей. Хм, интересно, погнали. У нас с вами новый топорик. Сейчас будем ломать лица этим тварям. Не знаю, кто нас там ждет. Давайте смотреть. О-о-о. Ребята, у нас проблемы. Ёб твою мать. Вот это начало серии, конечно. Нежданчик такой. Ну давай сразимся. Посмотрим, какой ты крутой. Так, я думал, я здесь один. Воу-воу-воу-воу-воу. Ах ты падла, нифига себе он. Тихо. Неприятный ублюдок. Сейчас мы тут немножко постреляем его. Так, мне интересно, я смогу там пройти, нет? Мне кажется, нифига. Блин, у меня боеприпасов нет еще. Это плохо. Какой-то волчар, я не знаю, что за хер там появился. Тихо. Сучий сын, а. Так, погнали вперед. Вот падла, а. Здорово! Сучёныш. Давай. Посмотрим, кто кого. Смотрите, как сияет мой топорик. Тихо. Конечно, больно. Больно перепадает. Сейчас подхилимся немножечко. Ничего страшного. Что за хер вообще с буграт появился? Кто такой? Тихо. Так, чувак. Что за выкрутас у тебя тут? Так, ну-ка. Втащи. Да, сука, ты чё такой быстрый-то, а? Вот падла. Не получилось мне ему зарядить плюшку такую неприятненькую для него. Сучёныш, а? Смотри-ка, быстрый, уворотливый. Лихо. На тебе, сукин сын. Так, на топоре, конечно, знатно так сияет. Какой быстрый падла. Где он? Ну блочь же ты, блочь. Ёб твою мать. Какой же ты неприятный черт. Неприятный черт, блин. Так, явился. Падла, опять смылся. Где ты? Давай. Давай. Раз на раз. Лошара, а? Ну ты лошара. Сука, опять смылся. Ему осталось там буквально пару тычек сделать. Готов. Сколько было вони от тебя, чувак? Так, ну и тварь добить. Добить ее надо.
красавец. Наказал. Так, найдем секретную область. Хорошо. Что такое, ребят, какое у нас начало серии такое? Резкое, да? Нежданное. Вот, блин, а. Подстава конкретная. С самого начала, блин, налетел на меня. Так, что у нас тут? Вещи так себе, кстати, выпали у него. Вообще какие-то ни о чем. Аметист такой вот более-менее. Ладно, погнали вперед. В таком случае. Вроде все живы, все хорошо у нас. Погнали. Ох, ни хрена себе. Тварь разложилась. Well done, my friends. That one will spread his veil of lies no more. Yet I fear this was no chance meeting. If Wulfran was here, it could mean trouble for Radagast. You should press on and find him. Так, зачем им Радагаст? Столько вопросов. The sorcerer said something about a wizard. He can only have meant Radagast. But why would Agendower send his minions after Radagast? The brown wizard concerns himself little with the outside world. Yet he has worked against Sauron in the past. Perhaps Agendower merely wishes to settle an old score, but it seems more likely he seeks to prevent Radagast from aiding his enemies. We should find him. Mm-hmm. Это далеко? How far are we from the wizard's dwelling? It is difficult to say for certain. Even the eyes of an eagle cannot pierce the interwoven boughs of Mirkwood, and clearings are few in this wood. Так, ты как вообще? We'll find him. Все нормально? Are you hurt? The beast did its damage, but not enough to keep me from the air. I will be fully recovered soon enough. Что ты будешь делать? We'll continue the search on foot. Should we look for you here once we've found him? No, I must find my companions. They are probably worried about me. Together, we will keep watch from above. Radagast has many friends among the birds of Mirkwood. Хорошо. Давай, удачи. Удачи, Блером. Так, пройдите через Семнолесье к дому Радагаста. Окей. They say that Mirkwood was not always like this. It was fair enough before the shadow of the Dark Lord fell over it. That shadow lies here still. There are evil creatures. Плюсуются опасные твари, берегитесь. Ладно, сейчас посмотрим, кто у нас там водится, не водится. С одним уже разобрались. Варги. Ёб твою мать. А вот это, конечно, неприятно. Варги — это очень неприятно. Они быстрые, шустрые. Так, ладно. Неприятно, конечно, вои. Я думаю, вы слышите, да? Как они завывают. Так. An encampment of orcs. Be watchful. The wargs have given away our presence. Смотрите в оба. Орочья стоянка. Так, где-то здесь орки у нас обитают, да? Сейчас будем смотреть. Слушай, неприятное место. Очень-очень неприятное. Ну, посмотрите, деньги уже капают побольше. Где? Ага, вижу. Такс. Давайте-ка, настреляйте пока в него, я тут прошмонаю все. Прошмонаю и осмотрю, что есть интересного. Как же они все-таки нам завывают, а? Капец, блин. Так, тут можно пройти, нет? Так, ну лучники, это несерьезно. О, здорово, пацаны! Давно вас не было. Я соскучился по вам. Здорово, здорово. Вот это сейчас. У меня кое-что есть для вас интересненькое, мужики. Я думаю, вы оцените. Вау! Вот это. У кого там такое оружие блатное, слушайте. Которое замораживает. Ведьму и ведьмы, да? Урон холодом, что ли? Сука, лежать. Мужик, ну что ты делаешь, а? Лежать, спокуха.
Ёб твою мать, дикий ублюдок. Так, тихо. Ай-яй-яй-яй. Вставай, давай быстрей. Сука, а? Падла. Я, конечно, что-то начал подставляться. Надо поаккуратнее играть. Посмотри-ка, она его реально замораживает. Получил в спинку. Тихо. Зарычал, блин. Он, конечно, медленный, но... Если попадет, то будет... Вот. Минус 80 просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Падла. Ты сдохнешь, нет, сегодня? Какой живучий. Посмотри-ка на него. Сучёныш, а. Откуда вы беретесь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Что-то их дофина, слушайте, развелось. Жесть. Так, давай-ка прибухнем немножко. Минус. Спокойно, спокойно, парень. Да ёпта, еще один. Откуда вы беретесь все? Да ему вообще насрать, посмотрите. Ярость, не ярость. Ему вообще плевать на все. Яй-яй-яй-яй, как я подставляюсь-то жестко! Ублюдки, а? Давай, чуваки, помогай. Тащи меня. Так, готово. Здорово, пацаны. Очень больно бьют все-таки они, да? Очень больно. Так, готов. Мужик, живи. Все, резко поднимаем его. Я помню, ребятушки, мы с вами изучали боевой клич, я думаю, вы понимаете, да? Мы с вами можем просто сразу поднимать наших союзников. Очень полезная вещь. По крайней мере, на будущее. Я думаю, она зайдет очень хорошо. Тебя что, вообще насрать? Дубасью, дубасью его. Он еще... Просто с кулака мне прописал. Че так больно прилетает? Ты че, чувак? Ты че, попутал? Так, сладненько. У нас, кстати, новый левел. Давайте смотреть, что мы с вами можем изучить. Время действия навыка боевой клещ. Часть урона, полученного чемпионом в ближнем бою, возвращается противнику. Да. Изучаем эту способность. Подтверждаем. Так, и статистика. Где у нас тут? Сейчас мы с вами распределим. Сила, давай волю немножко вкачаем. И еще выносливость. По чуть-чуть мы с вами вкачиваем. Так, вроде готов. Ладненько. Двигаемся вперед. Проход открыт. Фу. Так, что у нас тут? Что-то какая-то пещера. Мне она абсолютно не нравится. Что нас там ждет, я не знаю. Ну, пойдем, пойдем посмотрим. Скорее всего, пауки. Мне кажется, это какие-то пауки у нас тут обитают. Ну, смотри-ка, кушает сладенький. Вкусненько. Питается. Какой хорошенький. Опять поесть не дают, сукины дети. Сколько можно? Подходи по одному. Примерно так сейчас подумал тролль. Ну, тролли — это дело знакомое. Тролли мы знаем. Это самые такие хорошие враги. Самые такие сладенькие. Да. На самом деле они не такие сложные. Их вообще с ними проще всех. На самом-то деле. Абсолютно. Я уже изучил каждый их приемчик.
Так, дружок. Спокойно. Какой живучий, ты посмотри на него, а? Готов. Порубили. Так, нагрудная пластина телохранителя. Интересное название. Да, такое себе, конечно, все это дело продастся. Так, с... о, орлиное перо, это нам дело пригодится. Очень хорошая вещь. Очень хорошая. Ну, посмотрите, вот и пошли у нас в дело бутылочки со здоровьем для хилочки. Все-таки у нас не так все просто, как казалось бы. Приходится их юзать. Иначе деваться-то некуда. Так, ладненько, погнали вперед. Смотрим, что у нас там дальше будет. Паучий лес. Окей. Надо смотреть. А вот и паучки, кстати. О, там уже пиздярь у нас, смотрите, намечается. Давай, давай. Я просто не хочу мешать, пусть они там... Да, что-то какие-то слабые чуваки. Видимо, пауки сильнее все-таки будут. Ладно, сейчас разберемся. Тихо. Так, зарублен. Конечно, какие неприятные твари. Очень неприятные. Ну да ладно. Какая разница, кого нам мочить, правильно? Нам как бы без разницы абсолютно. Так, а тут уже, конечно, посерьезнее проблемочки у нас начались. Здоровые пауки. Постреляем чуть на расстоянии. И погнали вперед. Так, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как они зажимают, слушай. Вот это неприятно. Вот это очень больно. Так. Подходим. Пацанчики, подходим, подходим. Давайте, давайте. Только не окружаем, мужики. Не надо. Так, ну бьют они, конечно, больно. Бьют они больно, а если еще окружают, это просто жесть. Где вы там ходите? Помогите мне. Так. Вот так вот. О, иди сюда, сладенький. Или сладенькая, я не знаю, кто там. Капец, сколько их здесь. Жесть. Так, ну вырубаем сначала... самую большую тварь. Так, вот это, конечно, комбинация у нас уже. 19 ударов. Двадцатка пошла. 22 сразу засчиталось. Готов. Готов. Ну нормально, нормально. В принципе, ничего такого сверхъестественного. Терпимо. Все довольно-таки терпимо. Так, куча нор. Так, еще полезли. Так. Подожди. Стой, не бей меня. Ух ты ж, ни хрена себе. Подожди, а что делать-то надо? Что надо делать? Ребята, помогите. Помогите мне. Ни хрена себе. Поворотик. Давай гондонию. Ага, зона сразу у нас умирает, да? Быстренько так. Прекрасно. Подходим по одному, красавчики. Смотри, какие они няшные. Красивенькие. Пушистенькие такие. Ой, чувак, тебя там что-то загибают, да? Люто. Сейчас поможем тебе. Не ссы, чувачок. Все будет как надо. Сколько их здесь? Ему нет числа. Так, иди сюда. Готов. Готов, сладенький. К
Косарь просто, ребят, просто косарь урона. Все, наказаны. Где ты там? Иди давай, хилься. Во. Все, погнали. Погнали вперед. Мы приближаемся к жилищу Радагаста. Ёб твою мать. Резко. Как больно они стреляют, ни хрена себе. Вот это да. Очень больно, слушайте. Половину хп просто снесли. Нечего делать. Я хочу просто пробежать вперед. Ну нахер. Ой, там еще бегут, да, ублюдки? Ладно, я понял. Так, вот так хорошо. Вот так хорошо. Да хорош, мужик, слышишь, ты что, не бушуй. Так, тут еще дикие пришли, посмотри-ка. Тихо, тихо. Добей его. Добей! Так, хорош. Пока все нормально, ребят, держимся. Сука, сколько можно, а? Какие неживучие все-таки. Ребят, мне кажется, если бы я прокачал нашего следопыта, я думаю, он бы лучше настреливал. Нехило так. Так, здорово. Какой ты злой. Какой ты злой парень у нас. Ах, падла. Все-таки снес. Просто зарубил. Жестко. Так, мужик, ты что там? Собираешься умирать? Нет сегодня? Хэдшотик? Какой же ты все-таки надоедливый, а? Даже тролль столько хлопот не наносит, сколько ты. Хорош. Зарубили. Тролль, конечно, по сравнению с ним просто сказка. Вот эти, конечно, надоедливые твари. Еще и лучники, конечно, очень больно стреляют. Слушай, надо целиться, стараться в голову. Хэдшотик ставишь ему и все. Ну это сложно. Так, готов. Минус. I save you. Так, ну вот, видимо, дом Радагаста. Добрались. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну чё? Развлечёмся? Опять зажимают, а? Ну, это обычные паучки. Ничего такого в них нету. Минус паук, 1300 урона. Радагаст, вы здесь? Видимо, нет. Так, еще идут твари. Так. Спокойно. И поехали рубиться. Здорово, здорово, здорово. Всем привет. Давайте подходим. Подходим, подходим. Можете и толпой все-таки. Как же парень все-таки кричит эпично, а? Здравствуй. Не, слушайте, пауки рубятся хорошо, мне нравится, прям на ура. Такие мягкие, такие гладкие.
Пора отлетать, сколько можно. Такс. Хилимся немножко. Эликсир могущества пригодится. Ну что у нас там с Радагастом? Можно зайти, нет? Нет, тут закрыто. Хер пройдешь. Радагаст, ты здесь? Отвечай. Что-то, походу, ни хера, одни пауки прут. Так, ладненько. Давай, давай, иди сюда. Что там крадешься? Подходи первым, не стесняйся. Как тебе? Нравится? Как он такой расклад? Ублюдочные паучки. Спокойно. Не надо агриться. Что такое? Взять посох Радагаста. Где он? Где он есть-то? Ага, вижу. Найти пропавшего мага Радагаста. Сейчас будем искать, будем смотреть. Так, подожди, оружие вообще что у него там? Работоспособно? Щит, щит нам не нужен. Всякая броня отстойная. Ладно, тогда погнали вперед. Ищем, ищем Радагаста. Лесные топи. Что за звуки? Такие звуки ублюдские, знаете. Очень неприятные. Фу. Так, ладно. Опа! Здорово, пацаны! Че бегаем тут? А куда они бегут вообще? Ладно. Куда-то побежали. Мужик, не дури. Мужик, давай сначала тебя. Такого хорошего. Смотри-ка, сразу встает, падла. Голову с плеч. Наказан. Мужик, давай, отлетай уже. Пора уже тебе. Давай, давай, давай. Все, готов. Защищайтесь. А, бегут. Бегут, ублюдки. Ну, эти ребятки послабее, конечно. Хоть они с щитами, но их как-то проще убивать. Так, ну давай, давай, беги, беги сюда. Здравствуй. Опять зажимают. Посмотри на них, а. Пирожопые ублюдки. Так, погнали. Как же все-таки классно светится топор у нас, да? Офигенно смотрится. Готов. Так, чуть не упустил. Чуть не упустил. Погнали вперед. Новый левел, кстати говоря. Новый левел у нас. Как так быстро мы с вами прокачиваемся. А, что нам здесь прокачать? Давайте-ка смотреть. Ага. Ага. Давайте еще все-таки вкачаю вот эту штуку. Так, а это что такое у нас тут?
Так, ну это мы знаем, да. Это мы с вами знаем. Подтверждаем. Так, сила, сила и давай выносливость. Погнали вперед. Ну, вот это, конечно, херово. Да. Там следопыт у нас говорит, типа, держитесь вместе, и все у нас получится. Боеприпасы закончились. Отпрыгивай быстрее. Отлетел. Чувак, отлетел у нас, да? Тоже сейчас полетишь у меня, дорогой. Хорош, давай своих уноси. Мне это нравится. Давай, давай. Давай, давай, давай. Красавчик. Подеремся с тобой. Давай. На тебе, сукин сын. Ах, падла, а? Ты таки снес. Так, тихо, 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 тихо. Я оказался сильнее, он просто отлетел. А, лучники! Тихо, 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 тихо. Где твой купол, дорогуша? Еще зарядов нету. Ладно, придется хилиться. Нам здесь стали чаще давать, кстати. А вот эти эликсиры здоровья. Поэтому как бы можно их использовать. Все-таки цепанул, а? О, звучка подъехала, сука. Как они ее сносят, я не понимаю. Ребят, меня сейчас тут положит как бы. Давай, настреливай. Напряжно. I fear it could be Radagast, but whether he was living or dead, I cannot say. Так, ребят, еще есть какой-то проход. Давайте-ка сгоняем сюда, посмотрим, что тут есть интересного. Ага. Ну понятно. Кто еще у нас тут может быть? Только местные ублюдки. Дикошары. Спокойно. Я не знаю, зачем я сюда пришел. Может, даже зря. Я буду не смотреть. Может, не стоило сюда суваться вообще. Так. Хотя, как не стоило? Стоило! Наказываем всех. Так, забираем. И пока... Выносим лучников, потому что они очень больно бьют. Мужик, да подожди. Так, готов. Готов. Парнишка. Готов. Узник. Что за узник? Что за узник? Тут целый, блин, целый у них лагерь. Охренеть. Так, ладно, я понял. Помогаем нашим союзничкам. Нашим спутникам, иначе будет жопа. Надо держаться вместе. Упасть на вражеский лагерь. Новая цель. А, разберемся. Сука! Ну-ка, добей его, ну! Голову, голову, плеч. Чувак, а где твой щит, мне интересно? Потерял, что ли? Потерял немножечко, да?
Подожди, ну-ка. Давай-ка я смотрю, что там у нас происходит вообще. Что-то врагов все больше и больше. Выходит и выходит. Ну-ка. Давай-ка смотримся. Мне это не нравится. Посмотри, они просто бегут и бегут. А, тут какой-то... Нифига себе. Во дела. Тихо. Тут, оказывается, у них в плену один чувак сидит. Да падай ты, сучёныш, а. Давай, давай. Хорош, давай, выноси своего. Ты лучший. Лучший боец. Так, опять меня окружают, а? Уклоняшечки работают. Чувак, ты отлетаешь. Ты в курсе? Уже в курсе. Так, ну пойдем зайдем. Поближе, поближе встанем. Ты посмотри, он просто голыми руками нас херачит. Лучник сносит 50 хп. Как вообще такое возможно? Что за читерские такие лучники здесь у них? Они просто очень и очень больно бьют. Какого хрена? Так, освободить пленного. Так, ну пойдем. Пойдем. Поможем ему. I had abandoned all hope before you appeared. I am Glohirin, an elf of the Woodland Realm. It is our custom to be wary of strangers, yet I have never been happier to see unfamiliar faces. Нифига себе. Не думаю я, что мы тут встретим эльфа. Как вы вообще сюда попали? Меня зовут Фарин, и это мои друзья Андрей и Эрадан. Как это вас угораздило вообще? Что случилось? I am one of King Thranduil's wardens. Мы ищем Радагаста. We're here looking for Radagast too, but it seems he's come to trouble. Elf, man, and dwarf seeking a wizard. There is a story here to be sure. But we have no time for tales now. Radagast is likely in grave danger, and so too my friend Galron. Так, где же ваш друг? Where's this Galron got? Galron. Alas, I cannot say. We came upon a band of orcs, and while we battled them, spiders began to cast down their lines from the trees above. I was entangled, and the orcs bore me away. I can only hope that Galron escaped a similar fate. Orcs and spiders working together in this manner bodes ill for my people. And more so for Galron. I must find him. Так, давай поможем тогда ему. We'll help you find your friend. Your offer is appreciated, but we should not abandon Radagast. I will search for my friend while the three of you go after the wizard. Once I find Galron, we will attempt to join you. Хорошо, давай тогда сделаем так. Yes, я в принципе согласен. Good luck to you. Удачи, парень. Фу. Да, долго, конечно, с ними мутузился. Этими ублюдками. На ними, конечно, уже достали. Очень сложные. Вот эти пацаны особенно. С этими молотами. Это просто что-то с чем-то. Они, конечно, не такие быстрые, но если не попадут, то это очень больно. Очень больно и просто отнимает все хп. Ладно бы, если он там был один, но не нападают кучей. Вот в чем проблема у нас самая такая основная. Так, а что у нас тут? Ага, какой-то тайный проход. Хорошо. Это я четко зашел, слушайте. Так, различные шлема есть. Угу. Сотка к защите головы. К броне. Давай одеваем. 25 к здоровью. Боевой меч. Неплохо, слушай, неплохо. Но все-таки по урону поменьше будет, чем у моего топора.
Угу, чуть меньше. Так, смотришь, книжки у нас тут такие себе, не особо. Вероятность промаха противника 3%. Вот это хорошо, слушайте, с промахами будет житься куда легче. Но там всего 3%, это мало. Это очень-очень мало. Капля в море. Ну что, ребят, давайте сделаем здесь паузу и продолжим с вами в следующий раз. Долго мы с вами ищем Радагаста, долго, лес очень опасен. Мы с вами находимся, я напоминаю, в Темнолесье. Тварь здесь хватает, посмотрите, даже не видно неба. Я понимаю орлов, почему они ни хера не видят в этом лесу, потому что здесь очень-очень темно и просто ни хера не видно с высоты. Особенно, я думаю, там вообще полная жесть. Ладно, ребятушки, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась эта серия, конечно же, вы знаете, что делать. Также не забывайте оставлять ваши комментарии. Всем спасибо за внимание. Мы с вами услышимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.